И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Средства массовой информации пишут, что Сергей Соседов, которого многие знают как скандально-музыкального критика, полностью уверен в том, что юбилей Примадонны – событие для своих, а в концертном зале будет сидеть только избранная публика. К тому же журналист полагает, что Алла Борисовна уже давно не выступает на сцене, а поэтому перестала быть настоящей певицей и уже не может понимать желания публики, потому что она далека от реальной жизни простого народа. Музыкальный критик отметил в программе «Выход в люди». Билеты на Пугачёва разойдутся по любой цене. Там будут богатые люди – банкиры, элита, театральная богема. Кроме этого, он посетовал на то, что она более 10 лет не выступала, что у нее нет уже того голоса, а так может спеть любой с улицы. Он призвал многих не ходить на ее концерт. Особенно критика возмутила песни типа «Поживи в моей шкуре». Он призвал певицу пожить в шкуре простого человека, побыть на работе с утра до вечера, проехаться в переполненном метро и поработать за копейки. Он также сделал вывод, что в 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего. Ажиотаж сценами на юбилейный концерт Аллы Пугачевой не оставил равнодушным ее коллег по шоу-бизнесу. Так певица Маша Распутина, которая ранее признавалась, что Примадонна дала ей путевку на большую сцену, удивилась высокой стоимости билетов. Кроме этого, она уверена в том, что приглашение на шоу в Кремле она не дождется. Маша Распутина посетовала на то, что Алла Борисовна никогда ее никуда, ни на свои концерты, ни в свои рождественские встречи, ни на юбилеи не приглашала. Никогда этого не было и никогда не будет. Известно, что сейчас подготовка к юбилею Примадонны идет полным ходом. Все песни для шоу уже записаны. Сейчас организаторы ведут переговоры с кандидатами на должность режиссера-постановщика. В их числе давний друг звезды Борис Краснов, а также создатель ледовых спектаклей Татьяна Навки и мировых шоу Алексей Сеченов. Костюмами и образами звезды займется ее близкий друг-дизайнер Алишер. Говорят, что кроме новых хитов, зрители услышат и легендарные хиты Аллы Борисовны. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!